Доброе утречко. Сегодня день третий. Третий день, как с нами живут наши друзья. И мы сейчас с Дашей отправляемся на завтрак в Прованс. Это такое французское кафе, где очень уютно и вкусно. И мы туда каждый год ходим, каждый раз, когда Даша приезжает в Батуми. И на мне сейчас украшение из эпоксидной смолы с сухоцветами, которое мне подарила... Сделала и подарила Лера, мой репетитор по польскому языку. И собираемся и выходим в кафе на завтрак. Нет, дело не так, а в том, что это... Я не знаю, что где находится, и не могу ориентироваться. Я даже если знаю, не могу. Еще раз. Выберешь лучший кадр. Необычно. Там все оказывается апельсиновый сок. Опять же, тоже не спрашивали, какой сок. Я думаю, это стандартный. Это же французское место. У них блинчики всегда должны быть на высоте. Удобная походная еда с собой, когда ты типа берешь с собой, берешь морюшку. Мы иногда заказываем из Прованса на дом. Вот. Ну, по-моему, вот если сама вынос, у них еще скидка 10%, если ты с собой берешь. На дом, я не помню, может быть, тоже чуть дешевле, хотя не факт. Но вот если здесь берешь с собой домой, то тебе делают еще скидку. Мы позавтракали в Провансе. У меня были вкусные блинчики с творогом и апельсиновой цедрой. И сейчас мы забежим домой, благо мы рядом живем. Мне нужна шляпа, потому что я дома забыла ее, и бутылка воды. И пойдем, наверное, в Айкики сходим и в турецкий магазин. И каких-нибудь ягодок будем искать. Я говорю, что мы пойдем в турецкий магазин после того, как за шляпу зайдем. Сейчас на улице такая жара. Вообще, что без шляпы выходить из дома, конечно, самоубийство. А я такая, ну, мы недалеко, мы будем просто в кафе сидеть, может быть, в магазин сходим. Нет, прямо жара очень сильно жарит. И надо еще, наверное, кремом намазать руки, потому что я боюсь, что я сгорю. Очень беда, как мы попадаем к... Да, покажи свой шот. Красота. Идем из Карфура домой на отдых и перекус, наверное. Очень. На улице около 30 градусов. Наш обед на скорую руку. Огурцы, это с сыром, лавашики, шоти, овощи, сыр, масло. Будет зеленый чай. Вечером к нам пришли друзья, и мы обсуждали всякие личные темы, поэтому я звук полностью убрала и оставила только кадры того, как Дима играет с котенькой. Я еще не привыкла снимать какую-то обычную повседневную жизнь, когда мы проводим время с друзьями, потому что очень много личного чего-то говорится. Монетки, может, две штуки. Достаньте правила, пожалуйста, чтобы они были. Дальше. А вот это монетки, да? Да. Угу. Дальше, угу. Короче. Зачем нужны ресурсы? Угу. Нет, давай сначала не так. Давай, типа, первую фазу мы обсудили, типа, разбор ресурсов. Вот ресурсы выглядят на картинке вот как черные квадратики, вот эти, черные кубики. Кубики да, да. А это эти монеты, да, собственно, понятно. Угу. Вот. Дальше следующая фаза – это торговля ресурсами. Главный по торговле сейчас – это Юля. Приятно познакомиться. Да. Карфаген? Она... Да. Что это? Наше море победил Дима. Наше море. Кто у нас тут победил? Египет. Египет победил, потому что больше всех денег насобирал. Да. 12 монет. 13. 13. Можно говорить, занимайтесь торговлей, а не войной? Да. Наша совместная игра в Ticket to Ride Европа. Первая.
знаешь. Сколько ты раз? Ты стоишь. Стоишь. Да. Третья игра на сегодня. Бобы. Какие они? Волшебные бобы? Бананзы. Или бешеные? Банан называется, да. Бананза. Третья игра. Все. Так, я беру. Хит сезона. Так, я два. Он, конечно, уже остался так немножко, но...